Даниэль, здравствуйте. Как и обещал, вот снимаю видео по поводу электроники нашего крана, чем я занимался, что паял. Начну, наверное, с коммутации основной Ардуины, мега которая. В общем, шлейфики с проводами вы видите по количеству, так, чтобы было понятно. Все эти коннекторы, они все съемные. То есть вот эти, чтобы можно было сделать коммутацию. Плата отдельно, шлейфик сняли и уже удобно работать. Вот что нам доставляет кучу сложностей и времени. Просто большая пайка, я уже провода начал помечать определенными цветами. Очень много путаницы. Вот основная плата коммутации. Вот это у нас коммутация с мегой, с Ардуиной. Вот это коммутация пульта управления. Здесь пошла коммутация индикации. Вот, кстати, наша индикация, она будет тоже показывать каждый кран, который подключен. Точнее, не каждый кран, а каждое нажатие кнопки и определенную функцию. Чтобы, если вдруг что-то зависнет, чтобы человек не гадал, что там происходит, а смог это все увидеть. Коммутация уже конкретно для драйвера. Вот, я его не подключал, там еще реле будет подключаться. Ну, соответственно, еще у нас подключен дисплей. Вот этот наш, и еще дополнительный выход на I2C шину, по которой будем все эти вещи соединять с дисплеем. Вот еще одна коммутация, это уже переходная плата. Вот эта вещь у нас очень много времени заняла. Вот, кстати, по пульту тоже, ну, это первый простой как бы нюанс. Первая моделька, я и так не особо получилась еще пока, ну, вот у нас здесь пультик, здесь у нас кнопочки. То есть этот пульт будет отдельно подключаться в нашу систему. Сейчас я вам покажу, как это все должно работать. То есть вот он наш пульт. Вот здесь мы включаемся. Здесь я еще добавлю крутилочку, которая будет регулировать там, яркость экрана. Иногда бывает пропадает еще определенную кнопку отключения. Здесь у нас будет питание. Вот этот весь корпус. Здесь у нас идет наш большой драйвер. Ну, кстати, специально сделан так, чтобы охлаждение было сверху. Ну и вся необходимая коммутация вот будет вот в этой части. Вот. В принципе, по крану это, наверное, все.